В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальц. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон, с правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку 45 миллиметров или P-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 миллиметров. Это малая отгибка для G-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на P-отгибке и ослабление фальца на G-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд, колледж водных ресурсов, профессионально, качественно, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, телефон на экране. Продолжаем наши занятия, двухдневный практикум по устройству пальцевой кровли. Продолжаем заниматься устройством воротника, передний фартук. Сделали. Продолжаем нашу работу. Вот сейчас у нас такая же проблема. Теперь вот слева. Нам надо эту складку как-то убрать. И мы сейчас будем ректовать, выпрямлять тоже конвертными клещами. Да, здесь нужно подровнять, иначе у нас складка эта пойдет не по той линии гиба, а это уже будет грубейшая ошибка. Ну, новички, они часто этим пренебрегают, и получается совершенно другой гиб, линия гиба. И тогда у нас бюндер фальц или ломанный гребневый фальц, открытая складка, у нас получается с браком. Поэтому на это внимание надо очень тщательно, вот эти линии гиба, тщательно лучше время потратить, но сделать их четко по линии гиба складок. У нас тут, собственно, две линии гиба, это вот, которые у нас линия бисектрисы, она же линия гиба складок. Вот. Сейчас мы ее должны отправить, иначе у нас вот эта линия, которая у нас образовалась, она нам не даст четко по линии согнуть. Правильно, не даст четко согнуть по линии гиба правильно. Ректуем, поднимаем кромку. Ну, на самом деле, если мы вот делаем, мы полный цикл делаем, но на самом деле некоторые уже картину готовую берут, уже картина в профиле, то есть у нас картина уже прошла через пальцепрокатный станок и имеет профиль G-отгибку, P-отгибку. Ну, а когда мы делаем вручную, соответственно, нам нужно это все поднимать. Но это не единственный способ, вот как здесь показано в этом видео. Есть разные варианты, но один из способов, он более медленный, конечно,
Можно отогнуть, конечно, вот эти все малую отгибку и большую отгибку. Или унтерфальц и оберфальц сразу. И потом уже отгибать кромку 200 мм, что у нас справа. Ну, мы выбрали такой более медленный путь для новичка. Поэтому вот сейчас мы будем эту кромку поднимать 200 мм. Тоже нужно четко понимать, что мы поднимаем кромку 200 мм. Сейчас немножко подректуем на кроильном столе. Берем для этого безотбойную киянку круглую с бойком 30 мм. И на краю кроильного стола выпрямляем то, что у нас. И четко делаем линию гиба. Вот все у нас теперь получается. Четко по линиям идет складка. По вертикальной и по тактуре наискосок. Ну, теперь надо вот эти кромки, которые у нас поднимаются. Вот. Ну, одновременно нужно ведь и отгибать еще и боковые кромки 35 мм, которые у нас малая отгибка или унтерфальц. Тоже ее нужно поднимать, иначе у нас не образуется складка. Вот мы тоже ее поднимаем аккуратно, постепенно. Потому что все, что мы поднимаем, нужно несколько этапов. Фальцевое лекало Шачнева Александра Васильевича. Описание. Применяется для быстрого раскроя радиусного гребневого фальца, построения линии сопряжения по трем реперным точкам. Может применяться как лекало портновское, а также для построения узоров, рисунков. Везде, где требуется провести линию сопряжения двух пересекающихся линий. Может применяться для взрослого и детского творчества художниками, дизайнерами и так далее. Краткое описание. Фальцевое лекало Шачнева Александра Васильевича. Раскрой картин радиусного гребневого фальца. Быстрое построение линии сопряжения по трем реперным точкам. Особенно подходит студентам-кровельщикам, учащимся курсов по фальцевой кровле, а также учащимся курсов по фальцевой кровле, которые повышают квалификацию.